Ксения Бородина рассказала, как ее дочь отнеслась к разводу с блогером Курбаном Омаровым. Подробности личной жизни она раскрыла в Instagram Stories. По словам знаменитости, дочери было тяжело принять новость о расставании родителей. Бородина отметила, что старается много говорить о случившемся с дочерью. «Она очень умная и чуткая девочка, но, конечно, она переживает», — написала телеведущая. Также Бородина отвергла возможность воссоединиться с блогером. «Такое не прощают нормальные женщины. Понятно, что у всех по-разному и жизнь такая штука, но нет», — заявила телеведущая. Стоит сказать, что это не первый кризис в отношениях Ксении и Курбана. Супруги уже были на грани развода после рождения их общей дочери. Тогда причиной конфликта пары стали многочисленные любовные похождения Омарова на стороне. Бородина публично обвиняла мужа в изменах и рассказывала, что он продолжал крутить романы на стороне и редко появлялся дома, даже после того, как она забеременела.